ユーリ・バンダジェフスキー博士に、お話しいただきましょう。バンダジェフスキー博士には、これちょっと長いタイトルなんですけれども、ですから、申し上げませんが、はい、皆様こんにちは。科学的なデータに基づいてこの、これから、この数年前からやろうとしてきたことを、お話ししたいと思います。まずですね、これまで、しばらく私が、この人々の放射線防護、健康の、保護を、チェルノブイリ以降事故の影響の、からの、健康保護ということ仕事を始めた時から、この、お話を始めたいと思います。1990年にゴメリに、参りました。その当時、この場所についてこの土地についてほとんど存じませんでした。医科大学でですね、この医科大学では、医者を養成するだけではなく、包括的な、人々の健康に、関する、プログラム、人々の健康を守るプログラムを、作る、試みをしていたのです。むやみに人の、センセーショナルに人の興味を煽ったりするのではなく、具体的な科学的な、真実を述べたいと思います。1960年代に、ちょっと、時代を遡りましょう。これは、生物科学省から1964年に、発表された、旧ソ連諸国の、汚染状態の表でございます。ロシアやベラルーシ、ウクライナなどが、この、セシウムでですね、すでに1965年以前に、汚染されていたわけですね。これベラルーシの60年代の汚染地図です。チェルノブイリの汚染チェルノブイリの事故の後、はっきりとしたのはチェルノブイリ以前から汚染はあったの、かなり、食品、汚染された食品を食べていたわけです。チェルノブイリ以前から、人々の健康状態は150年以上前から内部被曝してきたわけです。この地図はもちろん、もちろん政府によって抑圧されてきました。ソ連、ソ連の、旧ソ連によって、チェルノブイリ関係の書類は、抑圧されてきて、まあ、コピーの形で流通したりしていたわけです。ロシアの主要ニュース、主要新聞などは、この公式には存在しないと言われていたこの書物について言及するのを恐ろしがって、主要新聞紙でさえ載せなかったぐらいなんです。放射能の汚染、人々の放射能の汚染ですが、この人口動態についてまず見てみますと、どういう角度から見てみても、誰が、
誰がどう隠そうとしても、どれがどう考えてもですね、状態は壊滅的なわけです。その子どもの健康状態もそうです。さてこれは、死亡率ですね、ベラルーシのより、汚染のひどい、地域の、死亡率です。これはチェルノブイリの後ですね。ここに書かれているエリア、ゴメリ地区、以下の地域すべて、汚染の激しい地帯地域です。ゴメリとグロードナですね、そしてイヴァンコフ地区というのはチェルノブイリから30キロほど離れたところにあります。非常に近いところです。そしてそこも恐ろしいほどの死亡率を示しています。この地区にまたキエフでもあまり状況は変わらないということを申し上げなければなりません。ここに参りましたときに3ヶ月ほどですね、イヴァンコフ地区ではすでに多くの人が亡くなっていました。300人の人がもうすでに亡くなっていたわけです。ですから、死亡率はこれらの地区で大変、大変ひどい状態にありました。まだ年金受給年齢に達していないような人たちがどんどん死んでいったわけです。その、原因の一番大きい原因は循環器系統。心臓疾患ですね。ロシアやウクライナ、いろいろどの国でもほとんど、パーセンテージは同じです。ほとんど、人口が人々が受けた汚染の状態が同じ場合は、パーセンテージは同じです。さてそれでは、放射性セシウムですね、調査の、過程でですね見てきたわけですが、これらの研究所、研究をやめてしまいました。なぜなのか、圧力があったのかは分かりません。裁判になったり、そういったことが怖かったのかもしれませんが、そうですね、これはベラルーシの動物でのみ、調査が行われて確認されております。動物では放射性セシウムの影響が確認されていますが、甲状腺への放射性セシウム、これ要素だけではありません。要素はもちろん甲状腺に関係していますけれども、それだけではないんです。問題はもっと複雑なのです。心臓にも影響、そして肝臓にも影響を与えます。全て主要な臓器にセシウムが沈着していきます。そして影響を与えるのです。全ての主要な臓器に吸着されていきます、吸収されていきます。Патологи, руководствуясь комплексной оценкой функционирования организма, регуляторным воздействием системы на все жизненные функции, мы понимаем, насколько опасно такое воздействие. Поэтому то, и наблюдаем воздействие относительно небольших, я не люблю термин малых доз, для цезия нет малых доз, нет малых доз. Этот радионуклеид, я поправляю тут, ответ, который пытался ответить кто-то из докладчиков, радиоцезий выделяет и бета, и гамма-излучение. Кроме того, что он поражает все остальные органы. Крайне опасный для здоровья людей радионуклеид.
Пожалуйста, следующий. Что делает этот врач? Ну, здесь эксперименты на животных, подтверждающие то, что мы нашли на аутопсийном материале. Та же ситуация. Поражение сердца при небольших дозах, чуть больше, пожалуйста. Следующий. Здесь вот мышцы подключаются, мышцы, накопление в мускулатуре, когда мы начинаем вводиться за постом, под действием материалей в организм, то, конечно, наблюдается тяжелейшее поражение. Следующий. Так что же происходит с организмом, когда происходит такое комплексное, одновременное, постоянное, длительное воздействие на организм? Годами люди имеют в своем организме 10 петелевит на килограмм, 20 петелевит на килограмм, 30 петелевит на килограмм. Конечно, мутационный процесс. Конечно, разрушение. Конечно, будут мутации в соматических клетках и в половых клетках. Конечно, тут мутация достаточно большая. И естественно, что это происходит в сердце, в печени, в почках и в других жизненно важных органах. Иллюстрации этого процесса мы даже показали, что если 10 бикерелей на килограмм, то мы можем видеть уже функциональные изменения. Мы обнаружили интенсивнейшим образом, анализируя тот материал, который мы получили в Гомельском медицинском университете в период моего руководства и моей работы, 90-99 года. Этот материал мы изложили, целая книга, которую вы видели здесь, это французские книги, на французском языке, которые вышли в прошлом году и в этом году. Это вот эта книга, которая вышла в русском варианте, достаточно полная. Мы показали и проанализировали то, что количество 10 бикерелей на килограмм, пожалуйста, если вы можете дальше пройти. Еще. Вот, 10 бикерелей на килограмм, и вы видите, как частота резко падает, резко увеличивается, вернее, частота нарушений проводимости сердца у детей. Вот этот вот эффект, который потом медленно, по мере роста доз, проходит, мы объясняем тем, что меняется характер патологических изменений. Если доза в 10 бикерелей на килограмм является минимальной, то эта доза является провоцирующей для реализации генетических дефектов, которые заложены вот в функционировании аппарата, проводящей системы сердца. Это крайне важно понять с точки зрения провокационных эффектов малых доз радиоцезии. Крайне важно понять для радиационной защиты населения. Люди, которые длительное время, и их семьи, их родители проживали на территории, загрязненной радионуклидами, крайне уязвимы к малым количеством радиоактивных элементов. Это совершенно другая популяция, чем те люди, которые жили где-то в стороне и не контактировали с радионуклидами. Я хочу обратить именно на это внимание. У них изменен обмен веществ, и вот в виде таких вот вещей, как на провокация, блокад проводящей системы сердца, а затем, когда вы увеличиваете количество цезия в организме, вернее, он увеличивается, потому что вы принимаете продукты.